Радость, счастье, благодать. И вот Серджио написал: такое состояние, побочный эффект правильного оздоровления и закономерный его итог. А вы, Геннадий Петрович, достигли высочайшего уровня физического, психического, умственного, духовного здоровья. Ну, кое-чего я достиг, не буду, так сказать, это самое, прибедняться. Достиг кое-чего, да. У меня бывают иногда подобные ощущения, но в отличие от вас, такая мелочь, как чашечка кофе, меня быстро бы вернула в прежнее приземленное состояние. Куда весь сон подевался, уж лучше бы здесь оставался. Да, Вадим, этот стрим запомнится на весь интернет, я думаю. Вот интернет такая штука, он все проглатывает, зажевывает и забывает. Вот мне хотелось бы, чтобы вот это все осталось. Потому что вы опять, просматривая то же самое, войдете в эти все эмоции, войдете в эту всю энергетику, получите нечто такое. И плюс оздоровление. Так, сижу в кафе, смотрю в окошко. Так интересно наблюдать. Машины, люди, банк напротив. И так приятно отдыхать. Следующее. Поет рассвет, начало жизни. И заливает солнце свет. Мне хорошо, и жизнь прекрасна. И в этом весь ее секрет. Вдыхаю воздух вместе с жизнью, что дарит лучик солнца мне. Душа ликует. Вот же счастье. Так ощути его в себе. Уникальные стихи, уникальные. Еще раз, вот, значит, вот как бы сказать, вот все собрано, все, что должно вот, затронуть самые сокровенные, милые струны и энергетику, которая идет с самого тонкого уровня. И это, конечно, бывает, когда вот рассвет. Почему рассвет? Иногда, когда я на машине ездил, я встречал рассвет, то есть выезжаешь раньше, едешь, и вот только рассвет и так далее. Еще разок прочитаю. Поет рассвет, начало жизни, и заливает солнце свет. Мне хорошо, и жизнь прекрасна, и в этом весь ее секрет. Вдыхаю воздух вместе с жизнью, и дарит лучик солнце мне, душа ликует. Вот же счастье! Так ощути его в себе! Вот понимаете, настолько человек может быть счастливый, насколько он ощущает это счастье в себе. Откройте в себе счастье, откройте в себе в себя, в конце концов, ё-моё, это ж так хорошо, смотрите, что со мной творится, я вошел во все эти сферы, мэры и так далее, ой. Но удержаться, знаете, вот удержаться на ощущении радости, счастья, благодати, это, конечно, такое видео редкостное, где я делюсь вот своими наработками. Хотите наработки у любого другого человека. Возможно, здесь более ясно, я так, знаете, акцентированно показал. Потому что, когда это с тобой случается, ты всегда знаешь это не понаслышке, а ты пропустил это через себя. И как бы войти в это состояние не так-то просто, а еще труднее его удержать. Вот когда вы вошли и удерживаете, и вы вот чувствуете, вот действительно, знаете, вот буквально-таки вас радость пронизывает, радость, благодать, и вот от осознания простых таких вещей, что вы живете, дышите, мыслите, что вы являетесь вот частицей вот этого огромного мира, который вас создала. Создала вас с любовью, сдала вам все, но мы взять не можем, потому что не находим нужных слов, не находим нужного состояния, чтобы эти блага притянуть к себе. Вот что, в чем заключается. Я сейчас, знаете, смотрю сериал «Махадев. Бог богов». Про Шиву, потом вот это порвать его жена, потом Ганеша, его сынок, потом там другой сынок старший, потом там у него и дочка. И в нем вот идут, знаете, такие вот беседы, рассказы о том, как надо вести вообще жизнь. И вот, оказывается, знание о том, как надо вести жизнь, и вот радоваться, вернее, даже не радоваться, а ощущать вот эту благодать, и все у тебя имеется, все у тебя есть, особо, знаете, что-то там не надо тебе такого, что ты считаешь там
нужным. У тебя вот все, что-то, как бы сказать, ты считаешь дорогое и как бы нужно, оно вначале тебе дает вот эту эмоцию, эмоцию обладания, эмоцию радости, эмоцию переживания. А отбрось вот это, что ты там, что ты получил, а возьми только эту эмоцию из-за того, что тебе дали не, грубо говоря, там машину, там не дом, не еще там что-нибудь такое, а тебе дали саму жизнь, саму возможность вот проявиться в этой жизни, ощутить себя вот в этом всем, ну и какое-то полезное дело сделать. Это очень дорогого стоит. И там как раз Шива подчеркивает, что вот распространение знаний – это самое почетное обязанность человека делиться этим знанием. И я вот с вами, насколько я знаю, настолько я и делюсь с вами вот этим всем, вот этим вот радостью, счастьем, как я достиг, как я это переживаю. Сейчас кругом в мире такая обстановка жадности, обстановка наживы, обстановка какой-то конкуренции, обстановка нетерпимости, какой-то спешки дурацкой, понимаете, и друг друга ненавидение, конкуренции вот этой. Короче, ужас, что там такое творится. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.